Заявку на создание особой туристско-рекреационной зоны «Урал» Башкортостан направит в Минэкономразвитие России до 15 марта. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-премьер Рустам Муратов. Ранее подать документы планировалось в конце сентября. ОС охватит территорию Абзелиловского, Белорецкого и Бурзянского районов. В его состав войдут горнолыжные комплексы, десятки природных достопримечательностей, курортно-оздоровительные центры. Чтобы обеспечить к ним доступ туристов, необходимо построить более 400 километров автодорог, а также улучшить энергообеспечение Заурали. Уже есть 19 резидентов, которые планируют реализовать инвестпроекты к 2030 году. Соответствующую заявку, забегая вперед, наряду с заявкой по расширению особой экономической зоны Алга, мы направим до 15 марта. В целом туристско-рекреационная зона уже сегодня, обладая очень огромным потенциалом, включает в себя 12 инвестиционных проектов более чем на 20 миллиардов рублей. Туристическая территория станет местом притяжения для жителей Башкортостана, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Казахстана. Для создания ОС «Урал» республика рассчитывает привлечь более 3 миллиардов рублей федерального финансирования через различные программы.